Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте. В студии с информационным выпуском Умар Тикеев. Коротко о некоторых темах. Карачаево-Черкесия вошла в топ регионов-лидеров по производству тепличных овощей. В республиканской столице приступили к реализации программы по ремонту городских дворов. Студенты профильных специальностей и сотрудники Министерства цифрового развития республики пройдут практику и обучение в лаборатории Касперского. И в течение недели в поездах и на станциях всех веток московского метро будет транслироваться видеоролик о Карачаево-Черкесии. А теперь об этих и других темах подробнее. В Карачаево-Черкесии будет создан инвестиционный портал. Вопрос его создания с учетом использования современных цифровых решений компании «Экосистемы Сбера» обсудили на состоявшейся рабочей встрече премьер-министра республики Мурата Аргунова с управляющим Карачаево-Черкесским отделением Сбера Зауром Джазовым. Портал предоставит возможность инвесторам в режиме реального времени видеть актуальные предложения и объекты для инвестирования. Помимо этого, Заур Джазов рассказал о ходе реализации аналитической цифровой платформы «Навигатор» для мониторинга финансового и социально-экономического развития Карачаево-Черкесии, а также о возможностях дочерней организации Сбера «Би.Зон» для обеспечения дополнительной информационной безопасности. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но не реализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 миллионов рублей. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства, на закупку сырья. Возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Бизнес Карачаево-Черкесии наращивает объемы кредитования. За первые три месяца текущего года банки предоставили региональному бизнесу кредиты на общую сумму почти 3,5 миллиарда рублей, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наращивание объемов кредитования в целом связано с ростом экономики нашей республики, при этом в некоторых отраслях опережающими темпами, прокомментировал заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево. Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Жителям республики доступна новая образовательная онлайн-платформа «Про знания КЧР». Этот ресурс позволит всем желающим, не выходя из дома, получить новую специальность, комментирует информацию советник министра по делам молодежи республики Расим Попшов. Это бесплатная образовательная площадка, на которой каждый человек может зайти, зарегистрироваться и проходить те или иные курсы по важным, по его мнению, направлениям, будь то это программирование, будь то это дизайн и так далее, и развиваться в этом ключе. То есть человек может быть студентом, но получать важные для себя практические навыки, которые он уже может использовать как инструмент для продвижения себя. Карачаево-Черкесия в этом году включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда», поставив цель к 2024 году вовлечь в его реализацию 13 компаний и обучить инструментам бережливого производства 280 работников предприятий и региональных команд. Первой в республике работу по повышению производительности труда начала фирма «Сатурн». Карачаево-Черкесия вошла в топ регионов-лидеров по производству тепличных овощей. С начала года в теплицах сельскохозяйственных организаций КФХ республики собрано более 21 тысячи тонн овощей, в том числе почти 14 тысяч тонн огурцов, около 7 тысяч тонн томатов и 574 тонны баклажанов. Больше всего овощей выращивают в республиках Татарстан и Карачаево-Черкесия, а также Ставропольском и Краснодарском краях. В
рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Ишкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщила советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Ишкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений, проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дамб сильно деформированы. Кроме того, разрушение подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут 2 года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще 3 берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малый Зеленчук в ауле Адыгехабль. В республиканской столице в рамках муниципальной программы «Благоустроенный Черкесск» приступили к реализации программы по ремонту городских дворов. В числе запланированных мероприятий – ремонт проездов и тротуаров, обустройство детских площадок, парковок, установка освещения, лавочек, урн и многое другое. Эскизы благоустройства дворов, как и предыдущие годы, обсуждались с жильцами многоквартирных домов. Только после этого утверждались дизайн-проекты. Мэр города Алексей Баскаев взял под личный контроль ход работ по благоустройству придомовых территорий, попросил жителей многоквартирных домов следить за тем, как подрядная организация выполняет свои обязательства. Карачаево-Черкесия в самом сердце России. В течение недели в поездах и на станциях всех веток столичного метро будет транслироваться видеоролик о нашей республике. Живописные места и достопримечательности, исторические памятники и крупнейший астрономический центр наземных наблюдений объекта Вселенной Сауран – все это могут за 1,5 минуты увидеть гости и жители столицы на экранах московского метрополитена. Проект реализуется в рамках мероприятий, проводимых постоянным представительством в Москве в рамках празднования столетия Карачаево-Черкесии. С учетом колоссального ежедневного потока пассажиров в московской подземке, с нашим регионом за 7 дней познакомятся более 5 миллионов человек. В рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет и имеющие нагрузку не менее 18 часов в неделю. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премия на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия. И после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет, имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников, и есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. В Карачаево-Черкесии стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 12 тысяч детей смогут отдохнуть в этом году в пришкольных и оздоровительных лагерях на территории республики. Благодаря отмене антиковидных ограничений в этом году в лагерях планируется 100% загруженность. Подробности сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Мы планируем отдыхом и оздоровлением детей занять, более 12 тысяч. Это школьный возраст детей. У нас есть лагеря загородного пребывания и есть лагеря школьные дневного пребывания. И мы задействуем детей не только в сменах в лагерях загородных и школьных, но еще и чтобы охват детей, которые могли бы отдохнуть, оказался максимально большим. Мы еще практикуем такую
такую форму, как малозатратные формы отдыха. Это так называемый клуб выходного дня. В этом году мы охватили около 3000 детей нашей республики. Это загородные поездки с ночевкой в Домбай. И мы возили также детей с экскурсионной программой в город Пятигорск, по Лермонтовским местам, музей истории и так далее. Этим летом планируется открыть 6 загородных лагерей и 1 палаточный и 96 школьных лагерей дневного пребывания. Всего 103 лагеря. Студенты профильных специальностей и сотрудники Министерства цифрового развития Карачаево-Черкесии пройдут практику и обучение в лаборатории Касперского. Это международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от киберугроз. Эти и другие договоренности достигнуты представителями Министерства цифрового развития республики на конференции «Цифровая индустрия промышленной России-2022», крупнейшей в России конференции, посвященной вопросам развития цифровой экономики и цифровой трансформации промышленности. Студенты Карачаево-Черкесии смогут получить 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта в рамках всероссийского грантового конкурса «Студенческий стартап». Главная цель мероприятия – сделать университеты местом запуска стартапов и мотивировать молодежное предпринимательство в стране. Кроме этого, начинающие предприниматели смогут получить годовой академический отпуск. Это время им дается на развитие бизнес-идеи. 8 июня в 15 часов в Управлении Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии в формате видеоконференц-связи пройдут публичные слушания по концепции единого налогового счета и мерам поддержки бизнеса. Свои вопросы можно направлять на электронную почту 09publичные@mail.ru. Комментирует информацию официальный представитель Управления Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесии Татьяна Мапхегова. Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике 8 июня в 15:00 в формате видеоконференц-связи проводит публичные слушания по следующим темам: концепция единого налогового счета, меры поддержки бизнеса в условиях санкционного давления, актуальные вопросы контроля за соблюдением законодательства о контрольно-кассовой технике, основные ошибки налогоплательщиков при заполнении декларации по НДС, приводящие к формированию расхождений в программном комплексе АСК НДС-2. Мероприятие можно посетить и лично по адресу Черкесск, Красноармейская, 70, конференц-зал. Для подключения в формате онлайн надо зайти на платформу СБИС или скачать приложение, выбрать УФНС по КЧР и на открывшейся странице зарегистрироваться и нажать «Буду участвовать». Либо зайти на сайт налоговой службы и перейти по ссылке на видеоконференцию. К началу сезона летнего отдыха энергетики Карачаево-Черкесии взяли под особый контроль работу энергообъектов, задействованных в электроснабжении курортно-туристических зон республики. Чтобы обеспечить гостям всесезонного курорта Архыз комфортный отдых, энергетики построили и реконструировали около 5 километров распределительных сетей, смонтировали 2 новые трансформаторные подстанции и установили 2 распределительных шкафа. Важной частью технических мероприятий на участке стал капитальный ремонт линии электропередачи Зеленчук-Буково, а также проводимая работа по замене в рамках технического обслуживания 11 изоляторов. Кроме того, создано резервное электроснабжение основных инфраструктурных объектов курортного поселка Домбай. В Прикубанском районе выполнили план по вакцинации от коронавируса на 100%. Здесь привили 17 290 человек, что составляет 100% от плана по иммунизации. Выполнен также на 100% план по вакцинации лиц старше 60 лет. От COVID-19 привились 3337 жителей Прикубанского района старшего возраста. С 1 сентября этого года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет исполняющий обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Тамара Казбекова.
планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется «Дачная амнистия 2.0». И ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра, направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах легализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Ну, право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Кредитные каникулы позволяют заемщикам в случае сокращения их дохода временно приостановить платежи по кредиту или снизить их размер. Предоставляется такая отсрочка на срок до полугода. Для этого необходимо обратиться к своему кредитору до 30 сентября этого года. Могут ли жители нашей республики воспользоваться кредитными каникулами? Об этом расскажет заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Рауф Тугов. Воспользоваться кредитными каникулами может любой житель Карачаево-Черкесии, если его доход за предыдущий месяц сократился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2021 году. Снижение дохода нужно будет подтвердить документально. Уточнить, какой именно документ необходимо представить в качестве подтверждения, можно непосредственно в банке или микрофинансовой организации МФО. Это может быть, например, документ об увольнении с работы или справка из центра занятости о постановке на учет в качестве безработного. При этом у кредитора можно узнать, как лучше направить обращение. Принести в офис, либо направить через личный кабинет на сайте или мобильное приложение. В заявлении нужно указать, что хочет получить заемщик. Кредитные каникулы или реструктуризацию на условиях банка или МФО. Право на кредитные каникулы распространяется на все виды кредитов и займов. Главное, чтобы они были выданы до 1 марта 2022 года. При этом правительством установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку. Для потребительских кредитов это 300 тысяч рублей, 350 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей. Для ипотечных в Карачаево-Черкесии это 3 миллиона рублей, для автокредитов 700 тысяч рублей и для кредитных карт 100 тысяч рублей. В Кисловодске прошел арт-семинар «Мир Карачаево-Балкарского героического эпоса «Нарты», в котором приняли участие более 60 ученых, нартоведов, историков, археологов, этнографов и художников из Москвы, Ставрополя, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Мероприятие организовано в целях изучения влияния нартского эпоса на культуру народа. Доктор исторических наук, член Международного центра изучения древних тканей «Звездана ДД» рассказала участникам семинара об одежде населения Северного Кавказа и археологических параллелях с сюжетами нартского эпоса. Кавказский человек, он путешественник, да, и поэтому ему полагается шуба или бурка, большая шапка. И, как ни странно, в погребениях можно найти именно вот такие шубы, сделанные из разного меха, ну, в частности, например, из овчины. Или мы знаем, что в погребениях холщовые ткани, они были сделаны из растительных волокон и, прежде всего, из конопли. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 19-24 градуса. В горах местами до плюс 16, местами повышенная пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 25 градусов.
Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России «Карачаево-Черкесия». До новых встреч!